Всем, ребят, слушайте, привет! И сегодня, ребят, мы распакуем такой вот телефон. Huawei E9 Prime 2019 года. Ну, естественно, ребята, его неделю назад купил себе. Вот. Такой вот тут. Давайте, ребята, его включим. Вот. Такого у моего отца, ребят, телефон. Правда, тут, ребят, нет игр. Тут, ребята, это настройки. Память, ребят, тут у него всего-то 128 гигабайт. Жесткий диск. Это как, ребята, старых компьютеров. Там было 120 гигабайт. Помните, ребят? Интересно, тут занято. Ну, давайте, ребят, что ли, посмотрим тут ютубчик. Четыре К видео. То есть его себе вот так отлично идет. Без лагов, без ничего такого. Вот, лайк однозначно. Ну что ж, ребят, теперь мы ее протестируем Google карты. Карты. Карты на нее просто, ребят, летают. Все отлично, ребят. Телефон, ребят, однозначно лайк. И подписка на этот канал. Всем, ребятушки, пока. Не болейте. И имейте только новые телефоны. Всем пока.